Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Ктархонт, это Мамлюки, Европа Universalis 4, Колыбель Цивилизации, третья серия. Продолжаем. Две прошлые серии ознакомились войнами с османами, ну, в общем, войнами на севере, можно так сказать, относительно наших земель. Подняли очень много территорий, мы теперь топ-2, кстати, страна по развитию в мире, вот это себе нифига себе событие. Даже Московия тут активно едящая все в округе не особо сильна. Кавалерия Шайбанидов, давай возьмем. Ага, все прекрасно. Ой, стрелковые полки, я прирос в мастерности. 10-1, да, один с лишним. Ну, в принципе, в целом, почему бы нет. Мы же можем потом... О, можем отказаться. Прекрасно. Можем отказаться, это не страшно. В итоге у нас теперь должен быть прирост, кстати, неплохой такой. Да, 0,6, с таких маленьких армий. Хорошо. Также у нас что интересного есть. Суннизм египетска. Я заметил то, что в правительстве у нас теперь появились вот эти вот значки. Я целых две серии не видел, честно тебе признаюсь. Вот вообще честно, никак не видел, а тут вот такое заметил. Почему бы и нет? У нас за сколько? Смотри, за прирост каждый год, и он зависит от базового значения 3, плюс 3. Вот как раз среднее, 3-3, то есть шестерка. Это получится 150 на 6, это у нас получится 25 лет. То есть раз в 25 лет ты можешь применить это. Либо получить на год стоимость всех очков минус 5, либо получить дукаты в провинциях Черкесская, либо собрать рекрутов с провинции культур Черкесская. У нас таких нету. Ага. Вот так вот, значит, неплохо. Надо будет убирать свои все-таки культурные группы. Как бы без культурной группы выбрал, это немножко нехороший вариант, как оказалось, нехороший. А что у нас как жестоко-то? Мамлюкские крестьяне. Османская империя больше не враги нам. Мне кажется, потому что они очень слабы, да? Присоединение субъекта. Да какого у нас присоединение субъектов будет действовать? До 66-го. 4 года. Так, что у нас с тобой? Он воюет до сих пор с Трапезундом. Перемирие с османской... С мамлюками до 72-го. С мамлюками. Здесь Феодора и Цамхия нет. Туда я не хочу идти. Тут, кстати, очень мощный дружочек. Ибн Тагриберди. Это знаменитый египетский историк, принадлежащий к мамлюкской элите Каира. Он учился у таких знаменитых историков, ученых, как Аль-Айни и Аль-Макризи. Наиболее известен он по своим многотомным хроникам Египта и мамлюкского султаната. Написано в виде летописи с указанием точных дат большинства событий. Ему была дарована честь получить доступ к султанам и их записям для доставления хроник. Как нам следует поступить? Оказать ему всецелую поддержку, либо отказаться? Так, теряем деньги. Число депачков уменьшается, легитимность увеличивается, престиж увеличивается. Если эта цепочка ивентов интересна, и она будет дальше развиваться, то это, конечно, классно. Если нет, то у нас нету денег. Собственно говоря. Собственно говоря, у нас денег-то нету на это. А мы будем сколько копить? 88 монет, боже мой. В заем влазить ради тебя. Ну давай, он типа наш историк, влезем ради него в заем. Почему бы и нет, почему бы и нет, почему бы и нет. Сколько здесь снабжения-то, кстати? 34, ой, прекрасно. С Крымом отношения вообще на максимум. С Кипром что у нас? О, престиж, расширение торговли. Смотри, с Англией отношения улучшили, так и торговля сразу же расширилась. Отказаться от лихтных подозрений. Давай уберем, чтобы нам это не высвечивалось каждый раз. Присоединим державу Медина. Восстановитель. Давай Медину присоединим. Она, по-моему, всех проще присоединяется. Недорогая, 120, и скоро уже можно это будет делать, да? Хорошо. Так, Кипр. Давай мы тебе дадим, предоставим проход войск. С Англией отношения можно прекратить, улучшать. Они, конечно, она, конечно, хорошая, ничего не скажешь. Ой, а что у нас тут? Волынь выделилась из Польши. Вот тебе здрасте. Волынь-Валахия. Месть в союзе. Так, а что это у нас такое? Почему у нас... Откуда у нас новые корабли, мне интересно? У нас там вроде бы переборщение, да, по кораблям идет очень серьезное. Да, целых 4 корабля лишних. Давай берем, думаю, галерки 2. Вот так будет попроще. Да и в экономике должно стать лучше. Так, с тобой еще максимум... А, максимум уже, ой, а мы тут долго будем с ним в союзе с соперником. А кто у тебя соперник-то? Караман. Караман я не могу послать, извини. Даже если я очень захочу, то я его не пошлю. Передать торговое влияние. Полтинник, согласен. Итого 135 еще больше. Хорошо. Продать корабли, отправить подарок 25-150. Великая держава, повлиять мы можем 25 на 10 лет. 25, это у нас 170. Да, можем сделать.
Он влияет, он хоть вассалом-то готов стать? Нет, он экономическая сила слишком большая, поэтому нафига мне это? Не будем на него влиять. Нам это влияние ничего не даст. Только траты. Траты это плохо. Траты это очень плохо. Так, а что у нас с торговлей-то, кстати? Все туда, все туда. У нас течет еще отсюда и отсюда. Такое себе. Интернет. Религия наша, да? Интернет будем долго переводить в нашу веру. Что поделать? У нас еще, кстати, 10 тысяч рекрутов надо. Оху, 10 тысяч рекрутов. Когда тебе еще совсем чуть-чуть рекрутов осталось, да, вот? Совсем немножко, мне кажется. Вести церковные налоги. Могли, кстати, взять, но там дебафа на эти, на отношения, поэтому не хочется. Крестьянская война в Польшу. Что-то как-то жестоко, по-моему, в Европе-то все творится. Османские дворяне. Это кто? Кто такие? Кто вы такие? Ну вот кто? Что за фигня? Вот как вы вообще посмели сюда прийти? Объясните мне, пожалуйста. Вот то вас звал, а? Вот то вас звал. Теперь из-за них пришлось время тратить. Вот. Зараза. Я их хотел вымуштровать, знаешь ли, под максимум. Ренессанс. О, кстати, молодец, молодец. Он ренессанс внедрил. У нас теперь тут во всех прибрежных этих территориях института пошли. Вообще классно. По 0,1 почти в месяц. То есть 12 месяцев. Ну, грубо говоря, за 10 лет. Вот за 10 мы внедрим. Прекрасно, профессионализм армии больше. Муштра вообще халявное содержание войск, то есть тебе не надо мучиться с уменьшением содержания, у тебя будет отмазка, типа это все ради этого же. Ради того, чтобы было все хорошо, ради того, чтобы войска улучшались, а не просто так содержишь, потому что забываешь выключить. Да. Сюда идти вообще бессмысленно, там очень дорого. Дорогое путешествие в этом направлении. У нас сколько рекрутов? 270. А нам можно построить, кстати, уже эти... Да, у нас есть... Ой, чё я тогда туплю-то? Все... А, у меня же был заем. У меня же был заем, проблемненько немножко. Ну да ладно, нам надо количество рекрутов увеличить. Забыл то, что заем, и то, что надо было бы не на него тратиться, по логике. Совсем. Совсем. Аджам, 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 аджам. Пригодится вообще. Газику мух нет, но аджам пригодится. Аджам реально пригодится. Неплохо здесь смотрится просто реально. Так, а что у нас там с... Чё? Чё, серьёзно? Ты отбиваешь Венгрию? Нифига себе. А Венгрия? Чё? Венгрия, ты чё? Венгрия, проигрывающая османам при таком раскладе, это очень мощно на самом деле. Ну, по-моему, это даже чересчур. Так, молать в истинную веру. Прекрасно. А, у нас уже всё по религии, да? Молодцы с вами, мы религию держим очень близко к соточке. Венгрия разорвала право на проход. Число админ очков минус. Хорошо. Нет, ну да ладно. И нам еще до 66 года очень долго. У нас просто по военке очень перебор. Но сейчас мы возьмем, кстати, идею. И вот хороший вопрос, что за идею нам брать. Давайте подумаем. Торговля у нас и так, доходы у нас хорошие. С институтами у нас проблем особо быть не должно. Хотя и... Мы не сказать, что где-то близко, далеко. Нам очень много территорий надо захватывать. При этом захватывать в плане они очень дорогие. И кроме того, не очень приятные, да. Не очень приятные. Звучит так себе. Формирование, огневая мощь, престиж. Осада хорошо, лимитик здесь. Но это все. Качество. Что нам в качество добавили? Ничего нового не добавили. Ох, вообще здесь неплохо бы зашло влияние, доходы от вассалов, будем вассалов побольше делать. Ну, мы все-таки мамлюки, изменение престижа, шанс на наследника, хотя вот это нам не надо, депонексия дешевле, влияние на агрессивку, да, допустимая почтовка. Хотя, с другой стороны, сейчас очень много военки, поэтому можем взять первую идею чисто военную, чтобы нам просто разбивать своих врагов. Но ну, то же самое качество, то есть мощь на все... Количество не вижу смысла, рекрутов, да, много, но это все. А здесь нам все пригодится, при том под конец еще дисциплина, да? Здесь вот тут интересно, маневренная война, изменение военных традиций, содержание крепостей, защита. Но я крепостями очень плохо пользуюсь, да? Я им, точнее, вообще не пользуюсь. Чиновники Зимми. Зимми получит, вот здесь улема. Лояльность. Да, улема получает лояльность. Мы можем тогда с улемов потребовать
потребовать поддержку, хотел сказать. Я, но понимаю, что не можем до 2 февраля. Поднять подняли, а теперь ничего с них не можем поиметь. Десяточку тебе 15. Аккуратненько, знаешь, надо бы так взять. Вот. Отлично. Аккуратненько взяли и получили те бонусы, которые нужны. Так, а что по военному делу? У нас муштра пока так себе, да? Самое интересное муштра — это под конец. Вот потеря боевого духа находящих в резерве и прирост вымуштренности. Вот профессиональная армия. До этого только вот разве что стоимость генерала интересна еще будет. Все остальное, ну, относительно. Реально относительно. Военачальник умер. Ты мне тут это... Давай аккуратнее. А то сейчас начнется военачальник сдох, а этот сдох. Начнется мне тут сейчас эпопеи целые. Тем самым мощность возьмем. Это будет, кстати, неплохо. У нас теперь мощность кавы будет мамлюкским традициям благодаря и сам по себе. У нас просто по торговле и так будет развиваться. То есть, вот видите, торговля будет, здесь престиж, здесь будет изменение восстановления рекрутов. То есть, тут само по себе будет деса и постепенно все бустится. А мы возьмем с вами на военку, чтобы нашу армию укрепить. Я, кстати, на какой-то скоростной захват не претендую, поэтому не удивляйтесь, то, что я особо не иду прям вот война. О, кстати, Византия как расширилась. Типа куча войн, ну нафига. Я не вижу в этом смысла. Поэтому воюю я так. По желанию относительно, когда зайдет. Вот. Странно звучит, но это так. Берем эффективность производства и новую ячейку идей. Ох, можем, конечно, на религии приключиться и бафнуть религию, гуманизм, фигня. Но здесь вот мне влияние агрессивки минус 20 просто нравится очень, можем быстро дотопать. Давай возьмем все-таки влияние. Ничего, у нас армию возьмем количеством. Давай, преимущество сюда и тику первую. У нас несбалансированное исследование есть и нету, поэтому доход от вассалов плюс 25. Мы как раз прокачаем быстренько до сюда, тем самым получим изменение престижа и шанс на наследника. Почти тут у нас полтора престижа будет, ё-моё, он на мракобесе. Это же мы будем почти на престиже все время. Звание Рима еще и надо будет Александрею, да? Из путешествия Новый Свет. 5 престижа. Неплохо, конечно, смотрится. Адан, держи. Медина. Можем, кстати, скоро присоединить, да ведь? Да. Будь у нас только отношения для этого. Все. Можем начать присоединиться. 20 очков, конечно, потратить очень много. Ну и ладно. Генералы бить. Содержание феодализма там принимают всякие. Всякие наши соседи. Грузия, да, в союзе. Ух ты. Ух ты, а османы вообще. Поддержите независимость Литвы, военный союз Босния поддержала османов. Вот это здрасте. И Литва независимость поддерживается. Поддержать национализм против Польши. Вот Литва, если развалится, то это, конечно, такое себе. Но османы зато войну вторгнутся. Хе-хе-хе-хе-хе. Злостный смех, да, типа. Не, османы в войну вторгнутся, это хорошо. Типа накачался уже, да, Караман за это время. Такой, я накачался, все, хватит, не хочу больше с Крымом в союзе. Караман тоже по логике надо бы съесть, он так стоит здесь идеальненько. А турецкая культура входит в нашу группу левантийскую, поэтому мы можем себе не париться. Хотя тут минуса доход от налогов, число рекрутов и число моряков. Можем принять с одной стороны, а с другой зачем нам это надо? У нас, кстати, прирост пошел большой, содержание владений. А что у нас по владениям? У нас ведь не максимальное количество владений, это или максимально? Максимально, наверное, да? Да, максимально. Максимум 11. Бедняга. Дамаск. Престиж можем получить. Нафиг нам это надо. Мы лучше... А то с Дамаска сейчас уменьшить количество доходов. Вот он. Ну, такое себе, знаете ли. Оно, кстати, так и не выполнено, да? Цель на 30 развития. Я так ее и не выполнил. Да простят мне вот такое дело. Все. Сделал. Распространиться на двух континентах. Мы на двух и более даже сделали это дело. Адмирал умер. Ну и ладно. Адмирал — это минимальный страх. У нас, кстати, рекрутов полно. У нас полно рекрутов. Так, нужны вассалы. Срочно. В большом
количество, нам нужны вассалы. А независимость гарантируется Тунисом. То есть объявляем сюда Тунисом ЗАП. Классно. Очень плохо, очень плохо, очень плохо, очень плохо. Сюда. Ну, здесь понятно, что Сербия. Она, кстати, готов к Караман. Каракаинлю. Война союз с Ардебилем и Гелянем. Очень большое количество войск будет. А вот сюда, почему я, кстати, до сих пор не сходил? Здесь какие-то заварушечки идут сами по себе. Обладает следующими монетами Альва. Альва. Да, надо бы сюда сходить. А то что-то как-то мы не расширяемся в этом направлении, это не очень хорошо. Надо расширяться во всех направлениях. Так всегда говорили, так всегда учили. Типа расширяться надо всегда и везде. Потому что это самое важное. Да, сформируем, наверное, Аравию сначала мы с вами. А потом уже сформируем Египет. Люкские с формой правильной. Ага, объединить ислам. Мне не ислама, почему опять это не сделать? Династический брак с Караманом. Как насчет шахмат на веранде? Шахмат на веранде. А, типа один брак можем заключить. Так у нас что, так один брак есть. Престиж, перспективно. Ну давай. А какая разница? У нас же все равно один брак есть. Такие. Мы не потерпим этих еретиков. Область Дельта у Лемы получит влияние, а здесь мистицизм. Ну как бы мы смещаемся в легализм, поэтому... Давайте не будем... Да, давайте не будем из стороны в сторону ходить, хорошо? Так. Мы платить заем еще не можем, боже мой. Шо как много-то. Мы можем потребовать, кстати, да, мы можем же потребовать поддержку. Соточку так, опа. Интересненько, интересненько. У нас теперь еще изменение престижа за год. Во, прокачался, молодца. Что здесь творится? Объясните мне, пожалуйста, ну что это такое? Число дипачков плюс 50, прекрасно. Можем, кстати, конечно, подождать и торговлю взять бонусами. Даже интереснее. Но с другой стороны, побыстрее бы здесь докачаться. Хорошо, с мамлюки с караманом плюс 10 отношения. Интеграция. Грация, грация. Вы можете взаимодействовать с культурами. Стоимость очков на один год. Вот, но не сейчас, это мне нужно совсем. Встретить Кайлю, защитить братьев Синджары. Синджары-то где у нас? Ну, подожди. А, ну понятно, понятно. Понятно, куда нас отводят. Сразу. Это было вообще, на самом деле, сразу понятно, что нас туда отведут. Надо было сразу отказываться и не думать просто. Так, выплачиваем. 5.45. Нам просто доходы от наемника. Ой, доходы от вассалов реально хорошие стали. Наверное, перебор, да, переборчик. Два корабля тоже отсюда переборчик. Итого, новые земли. Не, доход, кстати, хороший стал. 8.75. Но, кстати, одно место освободилось, да, для дипотнушений. Это вообще намек на вассала. Хиджаза я и так могу покормить. Здесь тоже вассал. А, ну, это, значит, намек на союзника. Давай только думать, кого. Франция. Ой, Франция. У нас, кстати, нет, не захочет. Англия нет. Австрия, Венгрия. Венгрия, Австрия, Венгрия. Австрия, Австрия, вообще интереснее. Но Венгрия ближе. Давай пока с Венгрией, типа, такие. Пани-братья будем. Ну, самый такой, знаешь ли, близкий к нам союзник. Самый близкий и логичный друг, да? Фунза. В союзе с Нерштом и Аккейнлю, да? Ой-ой-ой. Кстати, рисковенько. Так, называть шпионов. Нерш и Аккейнлю. Аккейнлю это вообще 4К. Классно. Очень много. Прям очень много. Прям боюсь, прям поджилки трясутся. Лотаринги угрожают нашей торговле, ну нифига себе. Опять бедный город, да вы что, заманали уже с этими бедными городами. У вас что не город, то бедный, вот знаешь, такое посмотришь и не понимаешь, а кто здесь бедный? Я, они, мы, не мы. Прям реально не понимаешь. Мы тем самым Аккейнлю сейчас можем съесть и просто решить все проблемы. Будущие, естественные. Будущее, которое есть, все, короче, решить можем. Все вообще, вот взять одноразово и решить. Вот тут, прям взять и решить, как никогда раньше. А, здесь я могу хиджази, кстати, покормить. Почему бы и нет? Но хиджаз так дорого присоединяет, 272, типа.
очень дорого. Не хочу пока. Пускай живет. А, мне нравится то, что он здесь живет. Хотя здесь вот торговая зона, это как бы намекает на то, что надо бы его убрать. Но когда тебе этого не хочется, византийские сепары. 12 тысяч выдерны, да? Но они ведь восстанут очень скоро. Но у нас там есть 13к, которые сразу же придут к Арталиге. Но не сейчас же. Вот зараза, вот зараза, вот зараза. Ну, вот. Как еще это назвать, а? Мне нужен инквизитор второго, мать его, ранга, максимум. Хорошо, хорошо, нету так нету. Минус 2,3, минус 2,1. Прекрасно. Не работает уже эта система, не работает, вот поймите. Вот куда ты ушел, объясни мне, пожалуйста. А, Махмуд Ахмуд хочет воевать, поэтому извиняй. Объявляем войну, занять нечто и Аккаинды вступают. Ой, накопить денег. Давай возьму. Просто муштровальную армию забрали. Ой-ой, погоди. Успеваем, да? Легализм, да, берем. О, какие мы красавцы. Понял, какие мы красавцы. Мы просто взяли и уничтожили. Мы просто взяли и уничтожили. Не знаю, зачем, правда. Вот так вот сделали. Просто заходим. Мы можем подружиться. Там здесь хорошо. Престиж. Здесь кто такие? Да, всирские какие-то. Нифиг здесь всяким повстанцам находиться. Так, а ты здесь скоро сменишь эту? Вообще не сменит никогда. Классно. Мне кажется, надеяться на нее не стоит. Так, купеческие гильдии. Нет, купеческие гильдии не могу я позволить вам влияние увеличить. Вот извиняйте, но никак. Вот вообще никак. С караманом Динбраг, да? Ой, это опасно. А то сейчас отношения как подлетят к низу, будет вообще весело. Все. А, мы уже все везде. Все везде, когда, знаешь, так скоренько, так надо на скорую руку, знаешь. Здесь пока надо, наверное, будет остановиться. Вот здесь вот я не знаю, что творится на самом деле. Слишком много территории забрано, и я не понимаю, что нам делать. Здесь как-то очень плотненько все сидит, очень плотненько. Надо быть поаккуратнее. Там, опять же, будет интересная Эфиопия, которая, типа, на нас быковала за то, что мы не отдали им их дипломата. Но Эфиопия, я думаю, понимает то, что это логично. То, что я бы в жизни им не отдал дипломата, как бы. Это они бы не хотели. Потому что это не в моих планах. Здесь нету на осаду спеца, да? Только на осаду спеца возьмем. Ну, извини. Извини. Вот так вот сделаем. Муштруйся. Штруйся, муштруйся. О, урфа пала. Давай, выдерные. Потрясение династии, легитимность, престиж, конечно же. 5 престижа потерять, это ни о чем. Да, 200 монет потерять, это уже мощно. Знаешь, 5 престижа, это не страшно. Но 200 монет, это уже как бы, да, серьезно, много. Ничего не скажешь. Даем все, нет, жду, или как, или сами берем. В целом здесь все дешево, поэтому не знаю. Разницы особо нет. Давай конца месяца дождемся, чтобы у нас типа меньше этих было. Желающих восстать против. Османы как... Классно. Как много территорий готовы против меня, типа это. А, не, я против, вот я про... Вот на эту территорию. Так, все, здесь у нас уже... Нету никаких проблем. Было, не было, ничего не знаю. Все нормально, все спокойно. Так, теперь смотрим здесь, смотрим. Если мы забираем так, то это Османская империя. Типа, ну, только ей до нас есть какое-то дело. Здесь еще Шамар подключается и Аназа. Я не знаю, кто такие Шамар и Аназа, но мне кажется, это не очень хорошие страны, да? А можем же делать вот так вот, да? Типа, вот эта территория нафиг нам надо, а здесь суннизм. Да. Да-да-да-да-да, здрасте-здрасте. Итого, тут очень много стран, да, хочет Шамар и Аназа какая-то. Угу. Давай так вот возьмем. Ага,
Ага, репарация такой себе. Давай лучше деньжат побольше. Все хорошо. Забрали здесь очень большую территорию бедуинской культуры. Давай национализируем все это дело. Быстро, дешево. Я, кстати, подниму автономию. Я не хочу особо от этих земель что-то получать. Я просто беру, чтобы было. Да, скажете, логика странная, но вот такая вот. И здесь крепость тоже убираю, потому что она здесь совершенно не сдалась. Военный союз с Ормузом, да, с Ормузом. О, Ормуз, кстати, смотри, какой! Иди тебя за ногу. Хорош, хорош. Крепкий, крепкий, ничего не скажешь. Угу. А здесь у Хиджаза нету, Миклав только, да? Думаю, у Хиджаза есть претензии, было бы тогда интересненько. Если бы у Хиджаза были претензии, я бы с радостью пошел сюда действовать. Но, к сожалению, претензий ни у кого нету. Здесь Мукуру, да, теперь? Но Бедж еще жив. Поэтому погнали сюда. Тебя, наверное, тоже сюда куда-нибудь отправим. Пригодишься. Здесь давай муштруйся, понемножку улучшуйся. Так, здесь миримся. Забираем денежки также. Почти, кстати, выполним план. Ну, что поделать. Да, агрессивный. Да, ужасно агрессивный. Эх, вообще плохой. Зато развитый. Зато развитый. Зато развитый. Когда нашел чем это... Хвалиться, да, называется. Скажем так, чем хвалиться. Вообще надо аккуратнее. Там восстанут, мне потом же разбираться с этим. Давайте здесь муштруйся. Так вот. Так, война тебе, мой друг. А, мы легализм потеряем, да? Ага, нехорошо вообще-то. Нехорошо. Амедри-Бахар. Амедри-Бахар, это у нас кто? Медри-Бахри. А, Медри-Бахри, вот они. Тут надо еще 15 тысяч. Давай сначала вот эту вот армию съедим. По красоте. Тут же у нас это, да? Прекрасно. Так вот. Съели. Давай тебя сюда вот. Так неудобно там переходить, так как я смотрю. Неудобно переходить к крепости. Здесь сейчас все нету, да? Здесь все чисто, миленько и нежно. Угу. Шамараш такой. А, можно, кстати, с ним отношения улучшить. И все, и проблем никаких не будет. Йемен, типа, этот. Даже Каракенлю не хочет. Караману вот захочет, Кипр. Так, а что за страна-то такая? Нам маленькую прям кидали, типа, хочет войти Йемен. Йемен не должен. Не должен сыграть на эту ноту. Завоевать Хискафию. Что за Хискафия? Вадих. А, вот эту, что ли, мне дали? Нет. Сахара у нас была. А что за Хискафи? Ну, понятно, опять. Опять мне дает на эти. На этих. Минтислам. Ну, до ислама еще очень много надо всего взять. Хотя Константинополь, можно сказать, уже почти под нашим контролем. Там, в Сербии, конечно, не есть хорошо. Но это же не критично. Ой, как много. Смотри, 90... Просто военная мощь, мощь натиск, уровень. Просто получаем вообще прекрасные показатели. Ну, это хорошо. Из-за потерь поносим, поносим. Из-за потерь поносим, потерям. Сказал, конечно, просто как отрезал. Теряем, да, просто землю. Теряем здесь территорию. Сейчас этот заберем. Опять что-то. Можем сделать вассалом, кстати, и скормить ему здесь земель побольше. Но у нас и так все само захватывается неплохо, сказал я. Я понимаю то, что не надо уже так сильно слишком... Оу. Оу. Оу, хиджазские прецеденты. А там кто вообще? А мне в целом без разницы, кто у него там войдет на престол. Казна и местное производство. Казну теряем. Мне же без разницы, кто у него на престол взойдет. Типа мне это все равно. Мифизиство не сменить. Надо будет вассала делать. Вот здесь есть Альва. А, Дангола какая-то. Альва. Дангола. О, Данголу делаем. И радуемся жизни. Делаем Данголу и радуемся жизни. То, что сунистическое, заберем себе. Ну, как бы логично. Нам же сунизм нужен. А остальное типа оставим. 17.32. Ну что, ребят, давайте на этом серию подводить к концу. Давайте чуть-чуть время пропущу. У нас тут типа заанализируется куча всего.
чтобы национализация прошла. Вот, прекрасно. Ну, красиво, чтобы было. Красиво закончить. Итого, мы с вами очень мощная страна, топ-1 в плане боевого духа всего остального. То есть у нас реально боевой дух выше всех, кого мы знаем. У нас и в целом армия выше всех, за исключением мина. Но это мин, извините меня, это мин. Это Франция тоже к нас подходит, Англия, Венгрия. Но это хорошие страны, добротные. А с учетом того, что мы ничего не повышали, то вполне себе логично. И мы постепенно сходили в Саудовскую Аравию, к крови идем. И мы также с вами постепенно идем к Эфиопии, чтобы захватить ее места торговую. И торговлю отсюда тоже нести, поджимать к себе Александрию, чтобы была обезопасена в плане торговли. И постепенно строим нашу империю и делаем ее все более мощной и мощной. Надеюсь, вам понравилась серия. Поддержите ее лайками, комментариями, советами. Ну и всем до скорых встреч. Всем пока-пока.